Приготовим один из самых интересных коктейлей и очень категория популярных этих коктейлей, категория Old Fashioned. Мы назвали его Old Fashioned Irish Tea. Нам понадобится Jameson Black Barrel, French Press, чай Ройбуш, земляничный чай. Мы сделаем двухминутный инфьюз. Мы наш Jameson Black Barrel насытим чаем Ройбуш. Одна вот такая ложечка. Мы добавим, ну, пускай будет 100 миллилитров Jameson Black Barrel. И в течение полутора-двух минут мы сделаем очень быстрый инфьюз с помощью несложных движений. Пока у нас чай настаивается, мы будем готовить наш бокал. Для начала мы должны охладить наш старомодный бокал. Следующий шаг. Мы добавим сахарного сиропа, буквально одну барную ложку, 5 дешей биттера ангостуры, целиковый апельсин и добавим попку, которую впоследствии разделим на 4 части. Вот здесь нам нужно сделать хороший маддл будет, именно раздавить эфирные масла апельсинов с сахарным сиропом и с биттером. Кубик льда. Добавляем чай Ройбуш, настоянный на Джеймисоне. Сейчас стиранем немножечко. Возьмем еще одну часть. Возьмем талую воду, сольем. Цедра апельсина. Old Fashioned Irish Tea.